Хулабзиеква. Здравствуйте. Кумарцгуаткван. В эфире Галского телевидения информационный выпуск «События недели». В сегодняшнем выпуске. Выездные собрания главы администрации Галского района Тимура Надарая. Выпускной бал 2018. «25 июня в понедельник глава администрации Галского района Тимур Надарая провел плановое совещание с начальниками отделов. Совещание началось с того, что все присутствующие выразили благодарность директору РУП «Черноморэнерго» Ниязуч Гиринея и Славику Кыгыскири за оперативную работу в устранении последствий стихии, которая разбушевалась вечером 22 июня. Далее заместитель главы по экономическим вопросам Нина Гунчадзе проинформировала о поступлении дотационных средств, которыми были профинансированы школы и детские сады. Начальник налогового отдела Роберт Джиба сообщил, что при плане 15 миллионов 536 тысяч, выполнение 16 миллионов 563 тысячи. Таким образом, перевыполнение составило 1 миллион 26 тысяч рублей. По словам начальника сельского хозяйства Тамаза Свишба, в районе стало на 70% меньше мраморного клопа, но полностью уничтожить сельхозвредителя пока не получается. После чего Рамин Чехерия сообщил, что появилось новое поколение мраморного клопа, и в связи с этим необходимо повторно проводить лечение ореховых насаждений. Куратор по образованию и культуре рассказала о подготовке празднования выпускного бала 2018. С нами, значит, участвуют девочки просто из школы, тоже учителя. Нагрузка большая идет на отдел культуры, но со стороны образования взяла на себя сцену Лонда Думава оформление. Вся интеллектуальная часть организации мероприятия на Хатуне Гергедава. Все, что мы запланировали, все идет своим чередом и своим ходом. В ходе совещания Тимур Надарай, заслушав отчеты о проделанных работах за неделю, дал всем соответствующее поручение. 27 июня глава администрации Галского района Тимур Надарай провел плановое совещание с главами администрации сел. В начале совещания начальник управления сельского хозяйства Томас Вишба рассказал, что бесхозные участки – большая проблема в борьбе с мраморным клопом. Эти участки не лечатся, и там укрываются сельхозвредители. Если не решить эту проблему, то в следующем году придется заново бороться с сельхозвредителями. По словам Тамаза Свишба, на днях они объездили все села, чтобы посмотреть, как обстоят дела с лечением ореховых насаждений. Он сообщил, что участки, которые обрабатывались неоднократно, должны принести 80% урожая, а участки, которые не лечились, к сожалению, принесут менее хороший результат. Далее главы администрации сел отчитались о налоговых поступлениях, после чего составили совместно с начальником паспортного отдела Тимуром Минная график сдачи документов и справок на документ «Вид на жительство» и обмен паспорта гражданина Абхазии. В совершении совещания глава района обсудил с присутствующими подготовку к празднованию Дня города и поручил им организовать в этот день сельхозярмарку. На этой неделе делегация работников администрации во главе с Тимуром Надарая посетила ряд сел. На выездных собраниях с активом села речь шла о документации населения и других проблемах жизнеобеспечения сел. На этой неделе глава района Тимур Надарая провел выездные собрания в селах Шашигвара и Махуинджа, в которых приняли участие заместитель главы администрации Вахтангбаан, председатель районного собрания Юрий Кыкбескири, прокурор Алхас Отырба, начальник пресс-службы Бижан Убирия, жители и главы администрации данных сел. Главной темой собраний стала документация населения. Сейчас идет процесс выдачи вида на жительство и процесс обмена паспорта, который был образца 2005 года, на новый паспорт. Это обмен идет паспорта по всей территории Абхазии, от Псоу до Ингура. По словам Тимура Надарая, в связи с тем, что выдано много паспортов гражданина Абхазии с нарушениями, было постановление парламента, по которому выданные с нарушением паспорта аннулируются. Кроме этого, есть приказ президента, по которому следует обеспечить обмен паспорта гражданина Абхазии на новый образец. Срок действия старого образца истекает 1 января 2019 года. Получить паспорт гражданина Абхазии могут люди, проживающие в Абхазии с 1994 по 1999 год и не имеющие любое иностранное гражданство, кроме Российской Федерации. Люди, не проживающие в эти годы в Абхазии, могут подать в комиссию по гражданству. Это сложный и длительный процесс, но есть возможность получить паспорт. Остальным нужно сдать документы на вид на жительство. Если есть гражданство
любой страны, кроме Российской Федерации, то вопрос получения абхазского гражданства исключается. С грузинским или другим гражданством, гражданство Абхазии нельзя получить по действующему закону с 2005 года. Для этого были приняты законы, по которым лица, имеющие гражданство другой страны, выдается вид на жительство. Все социальные гарантии государства, которые есть, сохраняются при виде на жительство. У данного документа есть только два ограничения – избирательное право и оформление на себя недвижимости. Для того, чтобы перейти границу ингур с видом на жительство, при себе необходимо иметь пиродоба или грузинский паспорт. По виду на жительство уже есть много фактов, когда жители Гальского района, которые уже получили вид на жительство, перешли на ПСОВ и посещают своих родственников в России. Пока это делается по приглашению. То есть ваши родственники, которые живут на территории России, решили вас пригласить, выходят на миграционную службу, оттуда делают приглашение. Вы приходите в посольство, в посольстве получаете визу и посещаете. Сейчас МИД ведет переговоры, по которым должны облегчить этот вариант. Не по приглашению, чтобы по заявлению с видом на жительство могли выехать. По истечении 5 лет после получения вида на жительство, а также после выхода из гражданства иностранного государства, в течение данного периода можно получить паспорт гражданина Абхазии. Глава района сообщил, что ребенок, рожденный на территории Абхазии, напрямую получает гражданство Абхазии, если один из родителей является гражданином страны. Но если ребенок родился на территории иностранного государства и один из родителей является гражданином Абхазии, то он получит гражданство только с согласия второго родителя. Лицо без гражданства, получивший документ «Вид на жительство» после 5 лет проживания на территории Республики Абхазия, имеет возможность получить гражданство Абхазии. Необходимым условием для этого является сдача экзамена по Конституции и истории Абхазии, знание абхазского языка. Ника Гачава, Илона Микава, Кела Закарая, Кал ТВ. 27 июня состоялся выпускной бал, где сотни вчерашних старшеклассников попрощались с родной школой и получили путевки во взрослую жизнь. Все было восхитительно, организаторы мероприятия постарались на славу. Подробности в нашем репортаже. Выпускной бал 2018 прошел под открытым небом на центральной площади города. Тысячи людей собралось со всего района, чтобы отметить это торжество с выпускниками и весело провести этот вечер. Красивые девушки в вечерних платьях и ребята в стильных костюмах щеголяли по всей площади, демонстрируя свои великолепные наряды. Организаторы торжественного мероприятия, работники отдела культуры и образования, во главе с заместителем главы администрации Наирой Малые, долго и тщательно готовились к выпускному балу. И это им удалось. Все было ярко, весело и креативно. Вся площадь была в распоряжении ребят. Праздничное мероприятие началось с церемонии возложения цветов к мемориалу погибших в Отечественной войне народа Абхазии. В нем приняли участие руководство района, работники отдела культуры и образования и вчерашние школьники. После того, как яркие блистательные ведущие прочитали краткую предысторию каждой школы, начался парад выпускников. Многие учащиеся школ достигли больших успехов в районных республиканских спартакиадах и разных спортивных соревнованиях. И все это благодаря огромному труду квалифицированных специалистов, учителей, которые добросовестно трудятся на благо страны. 283 выпускника, 6 из которых отличники, прошлись по красной ковровой дорожке со своими классными руководителями и директорами школ, чтобы занять свои почетные места.
С поздравительной речью в адрес выпускников выступил глава администрации Галского района Тимур Надарая и заведующий отделом образования Беслан Кантария. Дорогие выпускники, учителя, родители, я хочу вас всех поприветствовать сегодня и сказать слова напутствия. Яхай братка Иисус, арцайча, таача, анача, абача, ауштымча, куксыкал еще до слюхолод, яхай биямш. Вы все молодые, все красивые, все старшие смотрят на вас и ваши родители, и вся страна с надеждой, что вы завтра все, что было в вас вложено, будете возвращать своей стране, своей земле. Сегодня это торжественный день. Вы начали с возложения венков памяти тем, кто отдал жизни за свободу Абхазии. Благодаря им сегодня мирное небо. Благодаря им сегодня мы можем так отвечать этот день выпускников. Конечно, мы не в Москве, не в Питере, где на алых парусах корабль двигается по Неве, но каждый из вас с большой надеждой и радостью, что начинает путь во взрослую жизнь. Я молю Бога, пусть для каждого из вас этот путь будет счастливым и удачным. Шардам табхавца табжеравцала. На сцену приглашается заведующий отделом образования администрации Галского района Кантария Беслан Замирович. Добрый вечер, уважаемые выпускники, уважаемые учителя, уважаемые родители и вообще все, кто собрался сегодня на этой площади. Сегодня, когда вы вступаете во взрослую жизнь, хочется вам пожелать, чтобы жизненные проблемы и жизненные удары обходили вас стороной. Абхазия всегда была, славилась своими сынами и дочерями. Я, как учитель и вместе со всем огромным коллективом учителей, искренне надеюсь, что вы пополните с честью и славой ряды сыновей и дочерей Абхазии. Будете отстаивать ее честь и славу на всех рингах. Мира вам и благополучия. Дай Бог, чтобы больше не было войны. Дай Бог, чтобы всем вам вместе с нами пришлось жить, трудиться во славу нашей Родины под мирным небом. Бям шпюклайт, чардамта. Шестерых выпускников, которые были награждены грамотами и аттестатами особого образца за успехи в учебе, встретили особенно бурными овациями. В концертной программе приняли участие разные исполнители. Шоу-группа New Line, кружок «Свирель», знаменитый ансамбль «Самурзакан».
артистов на главной сцене района выступили Нина Гиргидава, Артем Кочарава, Кока Итако Давитадзе и Ираклий Вилава. Не гадайте на любовь, дайте сердцу подсказать, с кем делиться тайный сон, с кем парить, кому отдать. Главные герои праздника очаровали публику исполнением вальса. Восхищенные зрители не отводили глаз, следя за каждым движением пары. Но особенно восхитил всех сюрприз от классных руководителей. Продолжился выпускной бал 2018 дискотекой. Вся площадь превратилась в танцевальную площадку. Восторженные выпускники, дружеская атмосфера, красочный фейерверк сделали этот вечер ярким, торжественным и незабываемым. Пусть жизнь каждого выпускника будет такой же прекрасной и наполненной радостными и счастливыми мгновениями. Анжела Белава, Ника Гачава, Гела Захарая, Галкова. Эфир продолжит новости спорта с Артемом Кочарава. Приветствую всех любителей спорта. И сразу же перейдем к чемпионату мира по футболу 2018. Сборная Бельгии в зрелищном поединке уверенно обыграла сборную Туниса со счетом 5-2. Команды подарили болельщикам шикарный матч, в котором сборная Бельгии гарантировала себе выход в плей-офф. Сборная Испании расписала боевую ничью со сборной Марокко со счетом 2-2 и гарантировала себе выход в плей-офф с первого места. Гол Яго Аспаса в конце матча и неожиданный мяч в ворота сборной Португалии в параллельном матче с Ираном подарили испанской сборной первое место в группе. В 1/8 финала Фурия Роха сыграет со сборной России. Маланг Дидью дал свисток, который зафиксировал разгромную победу сборной Уругвая. Обе команды выходят в следующую стадию Мундиаля. Уругвай-Россия 3-0.
Фантастическая игра на Казань-арене завершилась невероятной победой азиатских тигров. Сборная Германии терпит второе поражение и впервые в своей истории покидает чемпионат мира после группового турнира. Громкая сенсация в группе F, из которой в плей-офф отправляются сборные Швеции и Мексики. Финальный свисток Дамира Скамини фиксирует минимальную победу сборной Бельгии, которая выходит в плей-офф с первого места. Англичане же выйдут со второй строчки и сыграют со сборной Колумбии. Сборная Бразилии обыграла сборную Сербии со счетом 2-0 благодаря голам Паулинио и Диаго Сильвы и гарантировала себе выход в 1/8 финала. В параллельном поединке сборная Швейцарии сыграла в ничью со сборной Коста-Рики, что позволили бразильцам выйти из группы с первого места. Сборная Аргентины одержала тяжелую победу над сборной Нигерии со счетом 2-1, которая позволила Альби Селесте выйти в 1/8 финала чемпионата мира. Следите за развитием событий чемпионата мира по футболу 2018 вместе с ГАЛ-ТВ. А у меня на этом все. До новых встреч! И о погоде на предстоящую неделю. На этом все. С вами был Ника Качава. До новых встреч в эфире. Абзияраз. Чкирозо дюндат.